Ну что, здравия желаю. Зачем ты сюда пришел? Все, уходи, закрывай, все. Нечего здесь делать, нечего тут ловить. Пришли они тут, ходят тут всякие на мои вебинары зачем-то. Не понимаю, зачем ходят. Тихо. Я выключил звук. Не буду больше разговаривать. Циклический четырехугольник на курсе по перечневым. Как быть? Ну что, какой-то из нас в записи, очевидно. Здравствуйте. Меня видно, слышно, насколько я понимаю, да? Что там по тексту? 23.00. Ждала, как могла. В записи Гленда. Ничего страшного, Наташа. Ничего страшного. Не умрем. Ну, конечно, лучше будет в следующий раз вас увидеть онлайн, но это как возможно, как уже получится. Сон не повод для прогула вебов, говорю я, проспавший пятничный веб. Сон важнее вебов, Александр Романович. Да, сон важнее вебов. Все правильно. Спишь меньше 9, не берешь в сирос. Да. Вот, смотрите, кто-то внимательно слушал мои вебы, да? А? А я не запрещал спать в школе. Не запрещал. Действительно не запрещал. Правда, это неэффективно. Тебя слышно. Не тебя, а вас. Я тут уважаемый вообще-то человек, преподаватель. Вот это все. Ну и что, что галстука нет? Это не означает, что я неуважаемый. Не означает, что ко мне на «ты» надо обращаться. На «вы», пожалуйста. На «вы» попрошу. А я к вам как к массе детей на «вы» обращаюсь. А каждому по отдельности на «ты». Вот такие правила игры. А что, придется... Думали, со своей Библией в чужой монастырь так не работает. Лайкосов накиньте, 8 человек смотрит, 5 лайков. Я не готов начинать, пока лайков нормальное количество не будет. Ладно, хорошо, придется начать, даже несмотря на отсутствие лайков. Итак, мы с вами сегодня продолжаем введение в отвратительную макроэкономику. То есть, да, в смысле, тот факт, что я буду читать вам много вебов по ней, не означает, что я собираюсь скрывать свое отношение к макроэкономике. Это не означает, что у вас должно быть такое же отношение к макроэкономике, как у меня. Кто знает, вот я, например, в олимпиадной математике не очень сильно люблю геометрию. Это не значит, что все мои ученики должны не любить геометрию. Но почему тебя? Вас! Все, буду удалять сообщения, в которых обращение на «ты» вместо «вы». Потому что я злой. Вот так вот. Все. Не надо ко мне обращаться на «ты», надо ко мне обращаться на «вы». Александр Романович, в конце концов. Ну вот так вот сложилось. Не очень люблю геометрию. Я не геометр. Вот мне нравится задача геометрические уровни не больше региона, но когда я беру емкость сердца, для меня это просто типа, что за дичь? Могу решить, но стерему, да, но я тащу ее. Внимание в координатах, а? Потому что я не люблю геому как картиночную штуку. Ну, то есть нет, после того, как я понял, что ее можно считать, всю и геому, и стерему нормально, что вот все, полюбилось, нормально получается. Но я имею в виду такого вот классического олимпиадного, такие вот красивые картинки и так далее, мне не очень заходит. Также и у вас может быть, что вы не очень любите, например, микру. А макра заходит. Или наоборот, макро не очень. То есть это примерно разные темы, разные отношения к вопросу. Макра просто, мне кажется, чуть более в гуманитарную сторону. Короче, нас сегодня интересует равенство инъекций и изъятий. В прошлый раз мы с вами научились считать ВВП по расходам и по доходам. Соответственно, вы такие типа, окей, кул. Кирилл, давайте не флудить, не по теме. В лагерь приедете, в лагерь побеседуем. Про все подряд. Изи. Равенство инъекций и изъятий. Мы вчера с вами научились считать ВВП по доходам, по расходам. Давайте сегодня посчитаем еще несколько формулок. У нас с вами вчера были какие-то формулы. А давайте, собственно, узнаем, кто смотрел вчерашний веб. Опа. Опа. Ну, давайте, напишите в чат, пожалуйста, формулу для вычисления ВВП по расходам. Вот сразу давайте. Входящий тест. Летучка. В начале урока. Погнали. Пишем в чат формулу для расчета ВВП по расходам. Постарайтесь не гуглить. Странная летучка, учитывая, что я не вижу, списываете вы или не списываете, что я не вижу, короче, что вы прямо сейчас сидите за компом или у телефона и имеете доступ к интернету явно, да? И, очевидно, можете хоть откуда ее достать, но постарайтесь просто вспомнить.
Хорошо. Y равно c плюс y плюс 2 плюс x. И это и ГОС, то есть общие инвестиции. И вот мы будем, собственно, сегодня всякие интересности с этими со всеми буквочками писать. Напоминаю, что такое XN. XN это экспорт минус импорт. Чистый экспорт. Тем, кто не понимает, что за буквы, прошу на прошлый веб. Этот веб является логическим продолжением прошлого. Таксики. Ну что ж, давайте понимать несколько интересных фактов. У нас есть во всей экономике несколько разных секторов, несколько отдельных сущностей. Отдельно у нас в экономике существует домохозяйство, которые занимаются ничем иным, как получают зарплатки и тратят их на потребление. Отдельно у нас есть на потребление и там сбережения вкладывают, что-то там инвестируют, что-то такое делают. Отдельно у нас есть фирмы, которые занимаются тем, что нанимают сотрудников на рынке труда и производят товар и продают его на рынке товаров и услуг. Соответственно, да, товар, услуги производят. Отдельно у нас есть государство, которое большая странная дичь делает большие странные штуки со всем этим сверху, пытается как-то управлять всем этим процессом, вкидывает туда какие-то экономические изменения, типа трансферты людям раздает, налоги с людей собирает, госзакупками занимается, всякие там гособлигации выпускает, в общем, всеми возможными способами пытается заниматься регулированием экономической деятельности и как-то в нее вмешиваться и влиять. И отдельно есть иностранный сектор, туда мы выделяем просто всех, кто не относится к нашей стране, кто занимается тем, что покупает у нашей страны что-то и продает нашей стране что-то. То есть у нас с ними есть торговые отношения. Соответственно, хочется понять, как все эти четыре сущности – домохозяйство, фирмы, государство и иностранный сектор – между собой взаимодействуют в плане денег, товаров, услуг. То есть там куча всего вот куда-то перетекает. Предлагается посчитать все переменные, которые в данной модели обозначают те или иные поступления в экономику и уход чего-то из экономики. Эти переменные называются, соответственно, инъекциями и изъятиями. Я хочу сейчас из всех переменных, которые у нас с вами вчера на вебе были, выделить инъекции и изъятия. Предлагаю сейчас всем вспомнить, что у нас вчера было, все вот списочки переменных всякие разные интересные, которые мы буковками обозначили. Это как раз к вопросу о том, почему мы кусок переменных, когда по доходам считали, не обозначали буковками. И понять, что из этого является инъекциями, а что из этого является изъятиями. То есть, типа, как это происходит? Что такое инъекции, что такое изъятие? Инъекции — это такие денежные значения, какие-то переменные, какие-то суммы денег, какие-то цифры какие-то, которые показывают покупки чего-то кем-то, которые инъекции, короче, это какие-то суммы, вот какие-то цифры, да, денег, которые показывают, сколько денег было влито в экономику. Инъекция. Ну, как шприцом, так, оп, инъекция. Сколько денег было залито в экономическую систему и вращалось там после этого. А изъятие — это все то, что достается из экономической системы и убирается куда-то там в долгий ящик. Ну вот, суть в том, что долгих ящиков, как бы, их особо нет. В идеальной экономической модели, которую мы будем с вами рассматривать, инъекции равны изъятия. Про это, собственно, главное название веба. То есть главная формула, которую мы сегодня хотим получить, это то, что у нас инъекции и изъятия, все, которые мы перечислим, равны друг другу. То есть сумма всех инъекций равна сумме всех изъятий. Все то, что вливается в экономику, равно всему тому, что из нее изымается. Давайте поймем, что такое классическое изъятие. Например, налоги. Налог — это изъятие. Соответственно, трансферты — это инъекция. Что я имею в виду, когда я говорю, что налог — это изъятие? Значит, что когда мы берем налог размером 500, например,
500 чего-то там, миллиардов, миллионов, пофиг, 500. Все это будет в миллиардах рублей, например. Берем 500. Это значит, что мы забрали у людишек 500. Вот 500 миллиардов. И теперь у людишек нет 500. И это изъятие было. Но это изъятие, оно не осталось просто так. Мы это изъятие куда-то направили. На что-то. На трансфер, на госзакупки, ну, на какие-то, короче, изъятия из всех. То есть люди за год сколько-то делают изъятий суммарно, но эти изъятия, они протекают дальше и становятся в итоге инъекциями. Поэтому все изъятия равны всем инъекциям. Трансфер – это инъекция. Почему? Потому что жило было государство, и обнаружилось лишнее 200. 200 чего? Ну, например, миллиардов рублей. Просто лишнее 200. Взяли эти 200 и раздали людям. Вот эти 200 пошли к людям в карманы, и люди такие: о, круто, все, деньги получили, пошли их тратить и так далее. Короче, инъекция обратно в экономику. То есть сейчас, сегодня мы будем очень внимательно следить за тем, куда двигаются деньги. Это деньги, попавшие как-то в экономику и в оборот, и в движ, и так далее. Или деньги, достанные из этого оборота кем-то как-то, любым из этих четырех секторов. Ну, то есть, смотрите, в чем проблема? Например, дали денег человеку. Человек получил доход. Помните, располагаемый личный доход, да? И после налогов, да, вот взял он какой-то доход. И пошел и потратил часть этого дохода. Например, 100 рублей получил, 80 рублей он потратил. Вроде как ему дали 100 рублей, и вроде как он их, типа 80 из них обратно пустил в экономику. То есть он забрал, пустил в экономику. А что он сделал с 20 рублями? Он их сберег. Соответственно, сбережение – это изъятие. Saving. Сбережение – это изъятие в том смысле, что была одна история, как генералу 200 миллиардов государства раздал. Ну, типа, если все официально, по белому, по красивому и так далее, 200 миллиардов ему раздаем, это инъекция, в смысле, потому что это трансфер. Любой трансфер – это инъекция. Сбережение – это изъятие. Вот этот мутный немножко момент, должны хорошо его понимать. Почему сбережение – это изъятие? Потому что жили-были бабки в экономике, никого не запаривали, все нормально. И тут бам, в какой-то момент какой-то человек, часть денег, которые ходили к нему в руки дальше, приходили, уходили, он зарабатывал, тратил, он взял и в карман положил, сберег, оставил себе насовсем. 200-300 рублей положил в карман. Вот эти 200-300 рублей перестали гонять по экономике туда-сюда, перестали покупаться, продаваться. Вот, ну, короче, на эти деньги больше не работают, они не торгуются больше. Все, эти деньги ушли, ушли к нему в карман. Поэтому это изъятие. С другой стороны, куда потом эти деньги отправились? Этот дядя пошел потом и на эти деньги, на накопленные, купил квартиру. Или не стал покупать квартиру, купил какой-то актив финансовый, который приносил ему деньги после этого. То есть он пошел и купил себе заводик, построил какую-то крутую, станок какой-то построил, и на этом станке начал выпиливать детали и продавать. Еще что-то купил. Ну, так, короче, вложил как-то в производство новых будущих профитов. Ну, либо он совсем крабоед и положил их просто под подушку и не собирается никак создавать из этих денег новую ценность. Хотя из любых денег можно создавать новую ценность за счет того, что вы покупаете факторы производства, и эти факторы производства начинают приносить вам деньги, ну и со временем окупают исходное вложение. То есть не должны деньги лежать просто так, они должны превращаться в активы, которые со временем окупают ваши вложения. Поэтому он направил эти изъятия, которые он сделал, сбережения, на инвестиции. В экономике у нас есть параметры инвестиций. Это, соответственно, инъекция. То есть инвестиции являются инъекциями. Вот. Соответственно, дальше едем. Сейчас, секунду. Инвестиции – это инъекция, это понятно. Что еще у нас есть интересного? Расходы мы не считаем потребительские, потому что у нас, ну, типа, мы понимаем, да, что доход делится на расходы и сбережения. Но мы не хотим считать расходы и сбережения, потому что у нас есть, типа, сбережения являются изъятиями, а
Расходы – это вообще ничего, ни инъекция, ни изъятие. То есть у человека, человек получил деньги на руки, он их как бы пошел тут же обратно дальше влил. Соответственно, да, замечательно. А чистыми налогами я буду называть разность между налогами и трансфертами. Это чистые налоги. Внимание, вопрос. Чистые налоги – это инъекции или изъятие? Сейчас вы уже, кажется, можете подумать, да, у вас уже достаточно информации, можете понять, что является инъекциями, что является изъятиями. Я хочу просто сразу формулку формально доказать. Для этого я хочу нигде вам не набрать. Врать очень не хочется, меня интересует врать вообще. Изъятие, изъятие, это же налоги. Ну подождите, там же трансферты. В общем, вся идея в том, что если из изъятия вычитать инъекцию, получается изъятие. То есть это забирают у людишек в экономике, пропадают деньги. А из оборота уходят. Вот. Что интересно. А давайте еще поймем, мы сейчас по всему как бы вроде практически прошлись. Давайте по государству теперь пройдемся. По налогам мы зашли. У государства есть еще интересная штука – госзакупки. Это те штуки, которые государство покупает для себя. Танки, вкусняшки, дороги, подряды. Это инъекции или изъятия? Что скажете? Этот момент здесь игнорится, который я хочу уточнить, поэтому пофигу. Эти деньги у государства остались, потому что это чистые налоги, да. А госзакупки, конечно же, являются инъекцией. А почему? Почему госзакупки – это инъекция? Объясните? Ну, в двух словах, пару строчек буквально. Хочу беседовать с вами. Плюс идет в государство. Мы вливаем деньги в экономику. Мы покупаем что-то. Это не инвестиции. Инвестиции вот. Госзакупки – это инъекция, потому что государство покупает что-то на миллион, на миллиард рублей, например. Миллиард рублей оказывается в экономике, государство получает дорогой танк стоимостью миллиард рублей. А миллиард рублей при этом оказывается в экономике, и он там летает дальше после этого, распределяется между людьми, уходит. Все возможные изъятия. Короче, вот. Госзакупки – это инъекция. Окей. Государство занимается налогами, трансфертами, госзакупками. Людишки занимаются сбережениями и инвестициями. Иностранный сектор занимается экспортом и импортом. Что из этих двух величин является инъекцией, а что изъятием? Я сейчас сразу просто учу вас эту формулку выводить, если вы ее вдруг забыли. Я хочу, чтобы вы не просто изобрели формулу и пользовались, я хочу, чтобы вы головой понимали, откуда она берется. Вот. Ну, то есть это как раз нормальная часть макры. Тут проблемы большой нет. Экспорт – это инъекция, импорт – это изъятие, говорит Кирилл. Потому что экспорт – это что такое? Это у нас купили товар, правильно? Нам дали деньги. Все, замечательно, значит, это инъекция в нашу экономику. Импорт – это изъятие, потому что мы заплатили деньги. Изъятие. Что мы заплатили деньги за то, чтобы кому-то там что-то там отдать. Государство дает миллиард рублей за воду, он покупает новые станки и делает новые танки.
государство забирает танки на миллиард рублей. Это не инвестиции. Нет, нет, нет. Государство просто купило товары. Не путайте. То, что завод дальше сделал, это уже называется инвестициями. Государство стимулировало инвестиции, само собой, купив танк на миллиард рублей. Но государство не делает инвестиции, оно делает госзакупку. Не надо тут путаться. Не путайте. Короче, чистый экспорт тогда что такое? Изъятие или инъекция? Чистый экспорт. Что это? Что такое чистый экспорт? Чистый экспорт — это разница экспорта и импорта. Само собой, это инъекция. Потому что это разность инъекции и изъятия. То есть чистый экспорт — это все то, что мы в итоге в чистую продали. Все то, что мы в чистую продали, это тот кэш, который у нас остался суммарно за то, что мы продали что-то там иностранцам. Мы получили инъекцию. Понятно, что когда мы перешли к чистым налогам, то обычные налоги и трансферты можно больше не учитывать. Можно только чистые налоги смотреть. И обычный экспорт и импорт тоже можно не учитывать, можно только чистый экспорт смотреть. Я к тому, чтобы мы не посчитали два раза какую-то переменную. Вот, более-менее все. Мы по каждому... может быть отрицательным, без проблем. Может быть отрицательным, тогда у нас отрицательная инъекция. Вот такая фигня. Нет, так он будет отрицательной инъекцией. То есть положительным изъятием. Я имею в виду, сама вот эта переменная, какое бы число она ни показывала, ее надо учитывать в инъекциях. То есть эту переменную надо прибавлять к инъекциям, потому что экспорт мы прибавляем к инъекциям, импорт к изъятиям. Значит, если импорт перенести, сейчас покажу. Короче, еще раз. Это число может быть отрицательным. Мы воспринимаем его как инъекцию, и оно может быть минус 100. Инъекция размером минус 100, ее надо воспринимать как изъятие размера 100. Ну, так же как, типа... Блин, я могу сказать что-нибудь типа «увеличим вашу зарплату на минус 100 рублей». Это прибавление отрицательного числа. Прибавление минус 100 рублей. То есть на самом деле это вычитание 100 рублей, но это надо все равно прибавлять как бы минус 100. То есть если вы начнете вычитать минус 100, то это будет уже другое, да, действие. Это типа как обрадовать гуманитария, да? Мы увеличим вашу зарплату в 0,9 раз. Увеличим вашу зарплату на минус 10%. Так, короче. Я хочу писать равенство инъекции изъятия уже. И думаю, где, чтобы не испортить ничего красивенько написано. Вот здесь буду написать. Короче, погнали перечислять все простейшие инъекции изъятия, пока забьем на чистый экспорт и чистые налоги. Просто мы перечислили инъекции изъятия. Все... Ну нет, гуманитарии нам нужны. Если вы так низко зарплату поставите, они умрут. А кто будет за нас тогда всю черную работу делать? Я пошутил, чтобы вы понимали. У меня нет такого отношения к гуманитариям. Все нормально. Все в порядке. Если вы вдруг гуманитарий и не поняли эту шутку, приношу извинения. Если не гуманитарий, вы, наверное, понимаете шутки. Ладно, я опять пошутил. Ну плохо, плохо. Плохо выходит. На вебе по олимпиадной экономике тонкий лед. Может получиться такое, что гуманитарии смотрят. Нельзя. Нужно аккуратнее. Итак, берем и пишем все инъекции. ТР – это инъекция. Инвестиции – это инъекция. Я к тому, что я точно уверен, что я все перечислил, потому что я просто пробежался по каждому сектору, и у каждого сектора перечислил все то, что он как бы вливает в экономику или забирает из экономики. Госзакупки – это инъекция. Экспорт – это инъекция. Ну и все, чистый экспорт я не буду писать, и чистые налоги тоже, потому что это уже такие производные какие-то инструменты. Производные не как математическое производное, а как просто производный инструмент. Так, трансферты плюс И плюс Г плюс Х. Теперь пишем изъятие. Savings плюс tax плюс им. Ничего не забыл? Нет, все, все правильно. Что интересно? Это равенство четырех переменных, трем переменным, да, все, сумма.
все инъекции равны всем изъятиям. Доказательство, как бы, еще раз, понятно, да, пока то, что я сказал, типа, все то, что вливается в экономику, все то, что из нее забирается, должно быть одинаковым, иначе у нас там баланс не будет, неровный будет, некрасивый будет. Что я хочу сейчас из этого выписать? Все, короче, инъекции изъятия, понятно, что такое, я вроде как, все теперь умеют быстро, интуитивно разделять каждое понятие на инъекции или изъятия. Я сейчас хочу из этой формулы немножко попреобразовывать. Я надеюсь, что вы запоминаете то, что я говорю до этого, потому что я собираюсь опираться на предыдущие слова. Если вопросы остались, если что-то непонятно, не забудьте спросить. То есть я хочу, чтобы вот к текущему моменту я мог делать вид, что все те, кто меня сейчас слушает, понимали то, что я только что рассказал. Типа, если вы что-то не поняли, нет, дальше лучше не станет, вы не поймете потом и так далее. Лучше спросите сейчас, чтобы потом вы могли понимать то, что я дальше говорю. Окей? Так что вот это важно. Задавайте вопросы. Если вы не поняли, почему какая-то величина является изъятием или почему она является инъекцией, спросите. Лучше сейчас, чем потом. Спросите. Нет? Ладно, как эти? Ваши проблемы. Почему я так лихо превращал налоги и трансферты в чистые налоги и говорил, что это изъятие? Потому что в этом равенстве можно ТР перенести вправо. Получится И плюс Г плюс X равняется S плюс TX минус ТР плюс ИМ. Таким образом, вот это вот я обозначал буквой Т, типа налоги. Давайте еще. И плюс Г плюс ИМ перенесем влево. X минус ИМ равно S плюс Т. Шикарно, вот это обозначим как XN. И плюс G плюс XN равняется S плюс Т. То, что написано, это называется равенство инъекции изъятий. Формула, которую можно было написать в начале веба на доске и сказать, все, вот, пользуйтесь, пожалуйста. Равенство инъекций и изъятий. Экспорт, инъекция, потому что у нас покупают. Да, смотрите, экспорт, вот мы, вот враги. Почему я нарисовал врагов на Востоке, а не на Западе? Чтобы у моих вебинаров не было политической адженды, понятно? Итак, вот мы, вот враги. И мы, значит, продаем товары врагам. Мы берем подарочек вот так вот и упаковываем. И товары пошли к врагам. А от врагов к нам пошли бабки. Какие-то басурманские. Не наши. Добрые рубли. Они к нам деньги отправляют. У нас появляются деньги. Допустим, отправили они нам 5 миллиардов рублей за товары, которые мы им продали. 5 миллиардов рублей оказалось у нас. Мы берем эти 5 миллиардов рублей, и мы такие, опачки, все, с помощью этих 5 миллиардов мы начинаем в своей экономике что-то покупать, что-то продавать, что-то там делать какое-то и так далее. То есть у нас, когда мы забираем бабки у врагов, у нас появляются как бы бабки. Логично. Таким образом, это инъекция, потому что когда экспорт имеет размер 5 миллиардов, значит 5 миллиардов денег влилось в нашу экономику. Товары пропали при этом, нам пофигам. Мы же считаем, мы сейчас за деньгами пытаемся следить. Возник вопрос по теме. Враги в нашей валюте платят или в их? А это смотря как захотят враги. Вообще говоря, мы на своей территории товары продаем в нашей валюте. И на нашей территории товары можно купить в нашей валюте. Например, вы хотите продать что-нибудь в рублях. Чтобы продать это в рублях, а враги хотят купить у них доллары, правильно? Соответственно, враги идут к нам и покупают наши товары в рублях. Чтобы купить наш товар в рублях, они должны этими рублями обзавестись. Что враги делают? Они покупают за доллары рубли. Таким образом, враги предъявляют спрос на рубли. Повышается спрос на рубли. Враги хотят больше купить рублей. В стакане на Форексе появляются биды на покупку рублей за доллары. Цена рубля растет.
То есть, типа, чем выше спрос на рубль со стороны доллара-носителей, тем выше цена этого рубля. То есть рубль становится дороже по отношению к доллару. Ну, или наоборот, доллар становится дешевле по отношению к рублю. Короче, если раньше вы могли за 1 доллар купить 1 рубль, то теперь за 2 доллара вы можете купить рубль. Соответственно, если наоборот менять, то за рубль получается 2 бакса вместо 1, это типа 50 копеек за бакс. То есть рубль дешевеет, доллар дешевеет, когда рубль дорожает. Враги, короче, хотят купить наши товары. Если они хотят купить наши товары, им придется покупать нашу валюту за доллары. С другой стороны, у кого они покупают рубли? У тех крабоедов, которые по какой-то причине хотят рубли на доллары поменять. Возможно, за границу, потому что они собрались уехать, потому что тут нехорошие люди. Они, соответственно, эти крабоеды, а может быть, это крабоеды, которые просто запасают иностранную валюту, чтобы потом разово заставить врагов за эту валюту танцевать под нашу дудку. А? Может быть, и такое. Они собирают, значит, доллары. Мы за рубли покупаем доллары, потом мы, накопив какое-то множество долларов, можем одновременно за эти доллары купить множество товаров у врагов за доллары. Вот. Ну, соответственно, каким-то людям эти доллары нужны, а каким-то людям... Ну, то есть есть множество людей, которые хотят купить доллары, но они их не очень хотят покупать по той цене, по которой они сейчас есть, они бы их дешевле с удовольствием купили. Ну, и вот как только множество врагов захотело купить наши товары, они уже такие, пофиг, по какой цене мы купим рубли, нам очень надо вот этот классный супертовар, который у вас тут в России только продают. Они начинают за эти доллары пытаться купить рубли, не могут, пытаются купить рубли подороже, подороже, в итоге находят очень дорогие рубли, и таким образом свои доллары очень дешево обменивают на дорогие рубли. Ну а русские люди, купившие доллары по дешевке, очень довольны в этот момент. Короче, когда у нас очень высокий экспорт, у нас растет курс рубля и падает курс доллара. А когда у нас очень высокий импорт, то все наоборот. Мы хотим покупать у врагов что-то, таким образом мы предъявляем спрос на доллары, таким образом доллар растет. Что такое Т? Чистые налоги. Определение Т вот такое. То есть Т равно Tx минус Tr. Это все налоги минус все трансферты. Это мы типа такие вычитаем из всего того, что мы собрали с населения, все то, что мы им раздали обратно. Например, собрали 5 миллиардов с населения, раздали обратно 4 миллиарда. Сколько осело у нас на наших мохнатых лапках? Миллиард, правильно? То есть мы собрали 5 миллиардов, раздали 4, получили миллиард в сухом остатке. Все, готово. Вот. Это что касается чистых налогов. Соответственно, враги могут покупать в рублях на территории страны, а может какой-нибудь хитрый, умный русский продавать сразу за доллары, пытаясь экспортировать наш товар и сразу его, например, продает его на территории США. Или, например, ой, США, я не знаю, кто там, извините. США это же не враги, подождите. Это вообще не враги, это за границей, это друзья. Это торговые партнеры. Вот. Чуть не оскорбил целую нацию. Я вообще думал про врагов, а случайно сказал вообще не про. Г это госзакупки. Просто я понимаю, почему это помутнение. Я говорил про доллары как мировую валюту, которая активно используется, и сказал США, что потому что доллары, я подумал, в общем, да, понятно. Помутнение рассудка, прощения, извините. Не про это вообще хотел. Мы торговые партнеры наши. Значит, мы нашим иностранным торговым партнерам продаем товар, они покупают его за доллары. И, допустим, мы продаем его сразу за доллары. Допустим, мы выпустили супер-классный какой-нибудь маркер и продаем его торговым партнерам за доллары. А что мы потом с этими долларами делаем? Мы-то русские, живем на территории России, тратить хотим на территории России. Если мы экспортировали товар, который мы здесь произвели, за границу, а получили доллары, то что нам с этими долларами тут делать? Обменять на рубли. Таким образом, если произошел экспорт, и товар был продан за баксы, то потом эти баксы все равно будут влиять на курс рубля, потому что за эти баксы кто-то пытается купить рубли. Какой-то русский дядя принес домой доллары и такой, опачки, мне надо купить на них рубли. И пытается купить рубли, и повышает стоимость рубля таким образом. Ну, то есть спрос на рубли повышается вне зависимости от того, по какой именно валюте был экспортирован товар. Он мог быть экспортирован за рубли, и тогда предварительно иностранцы должны были предъявлять спрос на рубли. А мог быть экспортирован за доллары, и тогда после этого продавец предъявляет спрос на рубли в любом случае.
Чем, короче, круче экспорт, тем тверже наша валюта, тем стабильнее у нас экономика, тем дороже становится рубль, и тем дешевле для нас становятся зарубежные товары. Относительно дешевле, потому что они же там у себя продают их в долларах, а для нас доллары стали дешевле, и мы можем купить иностранные товары теперь за подешевевшие доллары. Таким образом, чем больше мы будем экспортировать товаров, тем дешевле нам потом будут обходиться иностранные товары. Причем очевидно, как это работает. Чем больше мы как бы отдали другому миру товаров, а они отдали нам денег, они отдают нам деньги, отдают нам деньги, отдают нам деньги, мы же в итоге их деньги просто обратно за рубли, короче, как-то там обмениваем. То есть мы получаем от них кучу долларов и обмениваем их обратно на рубли. Обмениваем. В итоге потом все остальные люди такие типа, окей, а если я захочу все-таки купить долларов и поехать и у них что-то купить, мне доллары будут обходиться очень дешево. Потому что, по сути, когда мы продаем очень много товаров, если об этом думать не в терминах макроэкономики, денег и так далее, просто думайте, что вот есть я и есть мой один торговый партнер где-то там за границей. Вот я – это вся страна, я – Россия. Я даю ему товары, даю, он мне за это дает какие-то бумажки свои. Эти бумажки на самом деле означают право потом у него забирать товары. То есть я же потом могу приходить к нему с этими бумажками и говорить, отдай мне вот эти товары какие-то там, закупать у него другие товары его производства какие-то обратно себе. Вот. Таким образом, чем больше я наэкспортировал товаров за границу, тем проще мне потом импортировать что-то за границу, тем больше у меня вот этих вот басурманских купюр, тем больше у меня возможностей что-то у них покупать и так далее. XN — это чистый экспорт, да. То есть X минус им. А почему вы переспрашиваете, если я чуть-чуть раньше на вебе эти формулки писал? Или вы не поняли формулки? Или вы залетели на этот веб и не пересмотрели его сначала? Так сложно втыкать. Короче, онлайн прям пытаться. Да, короче, XN — это чистый экспорт. Равенство инъекции изъять у меня получилось. В нем фигурирует 5 переменных. Если вы не заметили. Это я к тому, что как запомнить, что это... А, только зашли. Так, подписывайтесь на мой инстаграм там внизу. Там материальчики по экономике, по информатике. Будут в больших объемах. Совсем недавно начали красиво все делать. Клевый инстач будет, все такое. Итак, короче. Все понятно, все работает. Формулу хотите запомнить, запомните, что там 5 переменных. А потом вспоминайте, какие бывают инъекции изъятия. И под переменными я понимаю уже максимально упрощенные переменные. То есть написать X, им и считать как две разных переменных не интересует. Интересует считать налоги как чистые налоги, XN как чистый экспорт и так далее. Собственно, сейчас я из этой формулы собираюсь что-нибудь прикольное повыводить. Поэтому давайте сделаем вид, что формулу вы поняли и запомнили. Я ее напишу где-нибудь. Итак, формула такая. S плюс T равняется I плюс G плюс X. Изъятие инъекции. Я все осознал. Нужно продавать что-то иностранцам, чтобы рубль был крепче. Ну, а значит, нужно ехать в США, чтобы больше возможностей продать свои товары и услуги. Это логика депутатов, они тождественно правы. Больше возможности продать свои товары и услуги, но нет, сначала надо их там производить. Плюс, когда вы производите товары и услуги уже на территории США и продаете их в США, то это считается условно в США произведенные товары и услуги. То есть это уже не наши, это уже в их ВВП считается. Это считается в наш ВНП, но в их ВВП. Потому... Да. Нет, на самом деле понятно, что вы, условно говоря, шутку шутите и ваш как бы... Ваши рассуждения, очевидно, где неправильные, а я просто, стараясь находиться внутри фрейма шутки все еще, нашел содержательную макроэкономическую уже ошибку. То есть рассуждения неправильны там еще по многим разным причинам. Например, сарказмировать на логику депутатов – это неправильно, очевидно. Я имею в виду то, что человек, находящийся за границей и производящий товары за границей,
считается в ВВП той страны, где он производит товары и услуги. Так что нет, такое не интересует. Что нас и интересует, это из разницы инъекций изъять и выводить формулы. Если вы заметили или вы не заметили, ладно, чтобы вы получше заметили, я вот так сделаю. Что, может быть, кто-нибудь уже заметил, нет? Кто-нибудь что-нибудь заметил? В конце концов. Алло. Зачем вы вообще пришли на веб? Давайте я сотру все лишнее. Чтобы не мешало вам замечать. Помните, я вчера говорил, что то, что мы вчера сделаем, придумаем, будет нам дико помогать сегодня. И получилось прикольно. И плюс G плюс XN. И плюс G плюс XN. Опачки. Опачки. Как интересно. Это ВВП по расходам. Это равенство инъекций и изъятий. Это ВВП по расходам. Кирилл написал интересный факт. Кто еще понимает? Напишите плюсик, если вы уловили, в чем интересность факта. Типа, почему я так хотел привязать вчера выведенную формулу к сегодняшнему равенству инъекций и изъятий? Что красивого сейчас на доске написано? Кто понимает это? Напишите плюсик в чат. Так, кто не со мной, по всей видимости, отстает. Из-за задержки люди что-то сильно позже пишут, да? В общем, план такой. Давайте дождемся пару минут тех, кто не с нами, тех, кто отстал. И увидим красоту на доске, наконец. Глядите на доску и увидите красоту. Видите красоту? Опа! Юрий Хованский догнал. Ray Lag Egg Rail 616 догнал нас и плюсик поставил. Что, 4 человека веб смотрят? 14 человек смотрят веб, и 4 человека увидели красоту. Где остальные? Что с остальными? Напишите, пожалуйста, все остальные, когда нас догоните, что не так. Вы отстали на вебе или что произошло? Как так получилось, что вы не ставите плюсик в чат? Просто перекличка у нас. 16 человек уже смотрит. Ну, привет, ты кто? Опачки, новый зашедший человек. Ну, давайте представимся. Во-первых, не ты, а вы, потому что я уважаемый человек, преподаватель, в конце концов. У доски стоит, видите, с маркером в костюме, это что-то дозначит. А во-вторых, меня зовут Александр Романович, я преподаватель. Просто ставлю плюсы, да, только что зашла, буду ставить плюсы, нормально всем. Больше плюсов, хорошо. Окей, ладно, люди появились, вижу кого-то. Меня зовут Александр Романович, я абсолют с Российской Олимпиады школьников. То есть первое место занял на Всероссе в 2010 году, когда заканчивал школу. С тех пор готовил людей к Всероссийской Олимпиаде школьников по экономике, плюс просто рассказывал экономику студентам, микро, макро, первый, второй, третий курс, вышки, МГУ, финашки, там, в общем, плешки, всего подряд. Просто куча народу студентов ко мне обращались готовиться, и я понял, что вот все отлично, типа круто, классно готовлю, красиво, решил в онлайне готовить. На самом деле не уверен еще, что классно, красиво, непонятно, но ребята говорят, что все понятно. Еще каждый год у меня кто-нибудь выигрывает все раз, призеры, победители, просто ежегодно, стабильно. Кто-то из тех, кого я готовлю, призерит все раз. Учитывая, что я готовлю обычно очень точечно и выборочно, можно сказать, что у меня, наверное, самый высокий процентный рейт успеха тех, кто запризерил по отношению к тем, кто готовился, из всех, кто готовил. Вот. Так что, если вы школьник и вам вот как-то интересно, вы залетели тут на экономику, может быть, вы что-нибудь интересное, полезное узнаете. А может быть, если вы сильно умный школьник, то вы запризерите все раз. А если нет, ну, типа призерство Всероссийской Олимпиады школьников, понятно, что дает. Поступление в любой вуз страны, кучу премий там всякие, плюшки, приколюшки. Уважение, в конце концов, к вам. Все потом будут относиться максимально круто. Типа я абсолютно все раз в 2010 году, сейчас 2019. Люди до сих пор, как бы, когда об этом узнают, такие, оу. Ну, на работу, когда вас, например, будут принимать потом в резюме строчка победитель или призер Всероссийской Олимпиады школьник в школе, это офигенно увесистая строчка во все те компании, которые знают, что такое Всероссийская Олимпиада школьника. Потому что, ну, типа, умный человек в школе был умным, очень умным. Наверное, вряд ли он перестал быть умным. Так что
Погнали дальше. Маленький такой самопрезентация. Что-то, кстати, много новых людей, которых я раньше не видел. Можете те, кого я раньше не видел? А как вы узнаете, кого я из вас раньше видел, а кого нет? Ну, наверное, те, кто сегодня первый раз зашли, или второй, или третий, или пятый. Чекайте. Вебы, да? Хорошая идея, да, подписалась, нормально. А, предлагаю написать, откуда вы, например, меня смотрите. Из какого вы региона? Просто, чтобы я увидел вообще, что происходит там, что вы смотрите вообще веб. Откуда-то там где-нибудь сидите, может быть, в Лубянке, в землянке в такой. Интернет еле-еле проведен какой-то. Вы ловите и такие смотрите из последних сил на самом фиговом качестве вебы, только чтобы поумнеть и уехать оттуда и затащить сервоз Оренбургской области. Прикольно. Так. Опачки. Минус один. Блокт. Да, конечно, я слышал про Барнаул. Я же сам из Ижевска. Я слышал про очень большое количество городов. Очень много откуда у меня друзья, кто занимался математикой, экономикой вместе со мной. Челябинск. Акмолинская область. Опа, прикольно. Смоленск? Что такое Акмолинская область? Я не знаю, что это такое. Я не слышал про Акмолинскую область. Офигеть, есть такая штука. Я реально не шарю в географии, походу. Открытая область в Северном Казахстане. Я не шарю вообще, жесть. Это не русская область, это Казахстан. Так когда мы говорим про Казахстан, это же экспорт и импорт не российских товаров, а казахских. Интересно. Закончил австрийскую школу экономики, сейчас живу в Вене. О, меня смотрят люди из Вены. Как вам такое? А кто-нибудь из артерии меня смотрит, нет? Ладно, тупая шутка, сорян. Я понял уже, что Северная область Казахстана, быстренько погуглил и чекнул. Вдруг я что-то не знал про географию русских и такой, что здесь. Итак, хорошо, так такая толпа смотрит. И поставили мне всего 3 или 4 плюсика на тему красоты вот этого вот и вот этого. То есть вы видите, и плюс Г плюс Х. И тут и плюс Г плюс Х. Формульное совпадение. Это видите, да? Опачки. Так получается, что? Получается, если прибавить С к обеим частям, у меня получится С плюс С плюс Т равно С плюс И плюс Г плюс Х. Вот в этом красоту не увидеть может только слепой. Потому что это ВВП по расходам. Получается, ВВП по расходам. Просто ВВП равно С плюс С плюс Т. А что такое С плюс С плюс Т? Что такое С? Это consumption, потребление. Consumption. А что такое S? Это savings, сбережения. А что такое Т? Это налоги. Отличная шутка, Кирилл, насчет продифференцировать. Фу, почему я решил преподавать бесплатные вебинары? Ну как почему? Сначала вы смотрите бесплатный вебинар. Потом вы постепенно обнаруживаете, что без моих вебинаров уже не можете. И что у вас появляется это навязчивое желание вечером посмотреть вебчик каждый день, когда вы приходите домой. Потом я начинаю повышать стоимость. Потом я начинаю задирать цены просто до каких-то абсолютно космических, баснословных. И вы продаете квартиру, продаете почку, только чтобы смотреть мои вебинары. Вот такой примерно план. Как у любого наркобарона, очевидно. Это экономия. Бесплатные вебы – это экономия. Или то, что вы лайк не поставили – это экономия. Поставьте лайки, пожалуйста. Люблю, когда лайков больше, чем людей, которые пришли. Это прикольно. Итак, для восьмого класса не рановато. Восьмой класс — это как раз топ-контент. У меня несколько семиклассников даже смотрят сейчас вебы, так что там все четко. Короче, почему я все на английском написал, а ты на русском? Короче, потребление, сбережения, налоги. Давай теперь думать, что такое? Что это такое? С плюс С плюс Т. Мы сейчас вывели какую-то новую формулу для ВВП. Чё? У нас вчера были
три формулы для ВВП, а сегодня мы вывели еще какую-то новую для валового внутреннего продукта, для общего производства, да, всего того, что продано. Ничего себе, вы что, прикалываетесь? Ну-ка, что за формула? Что такое? А что такое C плюс S? Кто мне напишет в чатик, что такое C плюс S? Если сложить потребление и сбережения, что получится? Что получится? C плюс S. Что это? Что это? Что такое C плюс S? Взять потребление и сбережения и сложить. Что это такое? Что это? Что такое C плюс S? Потому что я хочу ответ на вопрос, почему я решил покупать бесплатные знания, потому что я хочу поднять направление экономики в Школково, полноценное, большущее, открытые вебы, ГИЧ, подготовка к олимпиадам и так далее. Ну, потому что платно у меня есть занятия во второй половине дня группы, например, да, потому что я хочу хайпа, больше движухи, больше детей готовить, потому что я, говорю, очень точечно до этого готовил. Я все время там по чуть-чуть учеников, экономистов, которых я отбираю очень так детально из тех, кто ко мне обращается, которых я хочу готовить, вот я их вытягиваю. Сейчас я хочу просто в открытую выливать кучу контента, чтобы все смотрели. Ну, потому что нет годного контента по экономике. Мало, давайте скажем мало, хорошо. Не будем говорить плохо о конкурентах, правильно? Мало годного контента по экономике, тем более контента доступного бесплатно. Масса нала. Чего? C плюс S, потребление, сбережения. Взять все то, что людишки кушают, и взять все то, что людишки складывают в карман. Мы получим деньги, которые людишки получили вообще себе в карман, да? И потратили, или сберегли. Это располагаемый личный доход. Вот это вот C плюс S. Располагаемый личный доход. То есть то, что у людишек есть в кармане на потребление и сбережения. Располагаемый личный доход. Нет, это не денежная масса, не путайте. Располагаемый личный доход. РЛД буквочки. Русские. Нафиг надо так писать. Просто C плюс S. А что такое Т, если к этому добавить налоги? Из бесплатного контента по экономике только какие-то конкуренты. Вы что, думали, что вы напишете в чат каких-то конкурентов, и я не удалю ваше сообщение? Вы что, ошибаетесь? Заблуждаетесь? Не поняли, что ли? Будут еще мне тут... C плюс S плюс T. Мы хотим добавить налоги еще к этому. Располагаемый личный доход возьмем и прибавим еще налоги. А что? Вот мы сейчас смотрим с точки зрения потребителя. Потребители есть кэш, который он тратит, да, consumption, потребление. Есть кэш, который он откладывает, а есть... Что это такое? Кэш, который он тратит, кэш, который он откладывает, и кэш, который он что? Вас Масей прорекламировал. Вот я и пришла. А говорили, что совершенная конкуренция круто. Совершенная конкуренция круто. Кто говорил? Я говорю? Нет. Всегда топил за монополь. Конкуренция не круто. Ну так отлично, отлично. Хорошо, что меня рекламируют. C плюс S плюс T. Что это такое? Прибавить налоги, если к располагаемому личному доходу. Как это получится? Что получится, если к C прибавить S и прибавить к этому T? Типа взять потребление, взять сбережения, прибавить налоги. Налоги еще. Налоги — это что это? Это тоже кэш, который люди тратят, правильно? Люди распределяют свои деньги между потреблением, сбережением и налогами. Весь доход в итоге остается же в карманах конкретных каких-то людишек, правильно? Получается, C плюс S — это располагаемый личный доход. Если к этому еще налоги прибавить, которые они отдают государству, получится все те деньги, которые попали к ним в руки, и они их раздают на потребление, сбережения и налоги. То, что получилось, это совокупный доход.
Так получается, эта формула ВВП по доходам? Как бы. Получается, мы посчитали ВВП с двух сторон. ВВП по расходам посчитали, ВВП по доходам посчитали. Типа располагаемый личный доход, налоги, располагаемый личный доход. Там тоже откуда суммарный доход? Его можно разделить на кучу-кучу всего. И у нас получается, что С плюс С плюс Т равняется С плюс И плюс Г плюс Xn. Так, давайте с чистого листа начну это все обоснование. Вы уже увидели в этом красоту, уже поняли, в чем прикол. Уже поняли, что эти формулы разумным и красивым образом друг с другом взаимосвязаны. А я сейчас просто скажу, как это математически точно должно было произойти. Мы сейчас просто несколько каких-то формул накидали, немножко что-то интуитивно про них поговорили и так далее. А я сейчас скажу вообще четко и ровно. Смотрите. Совокупный расход, expenses, да, равняется C плюс I плюс G плюс XN. Совокупный доход, yield, он равняется... Что такое доход? Доход — это что такое? Это бабки, которые люди получили. Мы его можем посчитать по доходам через кучу всего. Там, да, факторные доходы, средства, бла-бла. А давайте поймем, как он потом, куда он дальше идет. Он дальше идет на налоги. Типа люди берут доход и выплачивают с него часть налогов. А оставшиеся бабки они делят на потребление плюс сбережения. C плюс S плюс T получается. Совокупные доходы равны совокупным расходам. Потому что это просто типа ВВП. Просто все то, что было продано в государстве, это все то, что было куплено в государстве. Один фиг, с двух сторон просто считаем. Все эти деньги, которые были потрачены, это все эти деньги, которые кем-то были заработаны во всей стране, в сумме, по всему, как бы, по всем-всем-всем. Тогда получается, что C плюс I плюс G плюс XN равняется T плюс C плюс S. C в левой и правой части одно и то же. Пишем I плюс G плюс XN равняется T плюс S. Мы только что получили вот такое равенство. Теперь продолжаем представлять, XN это что такое? Это чистый экспорт, то есть X минус IM. Что такое T? Это чистые налоги. TX минус TR. Прибавляем к этому S. То есть налоги минус трансферты. Теперь переносим IM в левую часть, TR в правую часть. I плюс G плюс X плюс TR равняется TX плюс S плюс IM. Мы только что через равенство доходов и расходов и записывание их в разных частях написали некоторое равенство, в котором в левой и в правой части суммируются суммируются какие-то переменные. Что за переменные? Инвестиции, госзакупки, экспорт, трансферты. А в правой части налоги, сбережения, импорт. И мы такие, о, как прикольно. Эти все штуки, кажется, дают деньги обществу. Инвестиции, да, вложили, деньги пошли куда-то там, откуда-то из кармана человека отложены, пошли куда-то в расход, в экономику и так далее. Госзакупки. Государство взяло деньги и купило на них что-то. Оно тоже пошло в экономику, куда-то в расход. Экспорт. Иностранцы взяли деньги и купили у нас товары за эти деньги. И пошло тоже, какая-то жара двигаться, да, пошло. Трансферты. Взяли государство деньги и раздали людям трансферты. Все тоже понятно, да? Кажется, это все как деньги, которые попадают в экономику. А здесь еще налоги. Государство берет и забирает деньги. Сбережения. Человек берет и забирает деньги из экономики себе в карман. Импорт. Иностранцы берут и забирают у нас деньги. Выдают нам товар, но деньги забирают. Мы такие, о, какое прикольное равенство. В левой части всякая дичь, которая дает деньги в экономику, в правой части всякая дичь, которая забирает деньги в экономику. Давайте будем вот так вот махать руками, глядя на это равенство, и будем писать, что вот тут вот у нас инъекции, назовем их инъекциями. Все эти величины просто я называю инъекцией. А все эти величины я назову изъятиями. И то, что получилось, я назову формулой макроэкономической. Равенство инъекций и изъятий. Только что я математически четко, точно доказал эту формулу. То есть веб начался так. Я сказал, давайте подумаем, что такое инъекция, что такое изъятие, что изымает, чтобы вы интуитивно запомнили, какие штуки к чему относятся. Потом я сказал, ну вот инъекции и изъятия равны. Ну, типа, понятно почему, потому что, типа, все то, что вливается в экономику, это все то, что выливается. И это было максимально неформально и довольно тупо, и не очень понятно, как надо это было точно рассчитывать.
Потом к концу веба мы увидели некоторую красоту, благодаря которой на самом деле я математически точно доказал формулу, которая ниже написана. То есть я сказал, берем совокупные расходы. Мы знаем эту формулу с вчерашнего веба, как ВВП считается по расходу. Берем совокупный доход и думаем, на что он разбивается. На налоги, потребление и сбережения. Совокупный доход равен совокупному расходу. Из этого получаем вот такое равенство. Из этого получаем такое равенство. Из этого получаем такое. Из этого получаем такое равенство. Эти величины называем инъекциями. Эти величины называем изъятиями. Получившуюся формулу мы можем называть равенство инъекции изъятий, поскольку в левой части 4 инъекции, я их так назвал, в правой части 4 изъятия. Почему эти 4 величины называются инъекциями? Вам должно быть интуитивно очевидно с самого начала веба. Почему эти 3 величины называются изъятиями? То же самое. То, что мы получили, красивая штука. Приятный факт. Душе приятный. Профессор, прикольно. Но только вначале мы его написали необоснованно, а сейчас мы его написали максимально обоснованно и доказанно. Это круто. И вот это мне нравится в разы больше, чем как, например, я первый раз это узнал. Мне не понравилось, как я первый раз это узнал. И вы вот еще спрашиваете, зачем я веду вебы открытые, чтобы показать вам экономику правильной последовательности, красиво, с освоением, вот со всеми этими штучками. Типа, вот сейчас хорошо, красиво доказано через границу. Ну, типа, обычно просто говорят, вот смотрите, инъекции взять равны, и вот смотрите, там, короче, еще там, это разумным образом, там, совокупный доход, расход равно, все, видите, совпадает. На самом деле, правильная последовательность, как бы, такая, типа, расходы, доходы, они равны, поэтому такая формула верна. И не надо вот этого интуитивного доказательства тогда приводить, которое такое чуть-чуть довольно мутное, не факт, что верное и так далее. Так вот, хорошо. Если это вы поняли, можно написать в чатик, чтобы чатик еще немножко ожил. А то там что-то уже пару минут никто не пишет, что такое. Я, может, питаюсь сообщениями и лайками. Можно какой-нибудь смайлик закинуть, например, в чат, чтобы я понял, что вы живы и все еще меня смотрите, и пока что еще не умерли, пока что еще тут. Все ясно. Тем, кто бездельничает, чекайте ссылки внизу, там есть мой инстаграм, там есть группа наша по экономике, в которой можно вступить, чтобы вебы не пропускать. Вебы кайфовые, мне нравятся, не знаю, как вам, людям тоже нравятся, короче, вебы можно смотреть. Понял, что в лагере умрешь. Да, 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 так и будет. Итак, S плюс P равно I плюс G плюс XL. Равенство инъекции изъятия. Сегодняшняя главная форма. Опа, что там? Смайлик какой-то конкретный. Улиточка. Микро больше будет. Гораздо больше будет. Я имею в виду, мы теоретический блок пытаемся как можно быстрее, как можно поверхностнее пройти, чтобы вы успели до муниципа, до региона уже что-то освоить. Реальную дичь мы будем решать уровня Всероса, я думаю, перед регионом. То есть, типа, сейчас к муниципу мы успеваем подготовить макру нормально, чтобы вы все зашарили. А потом, после этого, мы такие начинаем вымешивать макру, микру, варианты вырешивать целые, вообще ответы на любые вопросы давать, тестики бомбить, ну, в общем, дичь. Разбирать домашку по микре, по макре, по как бы, что хочу, короче. Вот просто будешь все так, просто будем делать. Типа теорию освоили, я могу с вами. То есть моя главная цель сейчас вот так медленно, знаете, такими маленькими такими крабоедскими шажками или крабьями, вот так, знаете, медленными такими, вправо, такими шажками подвести вас к своему лексикону. То есть довести вас до такого состояния, в котором я смогу говорить любыми словами, которые я знаю, и чтобы вы тоже понимали, что я говорю. А после этого моя цель будет уже развивать ваш мозг, в смысле мышления, в экономическую сторону. Сейчас я вас накидываю вам очень-очень много информации, чтобы вы типа больше знали и могли после этого ориентироваться во всей этой каше дикой. То есть пытаюсь ее правильно структурировать, чтобы вы такие, типа, о, все, типа я теперь знаю, что это все такое, знаю рынок труда, там это все, и за косты, и за кванты не вызывают страшных штук, потому что вы не просто слова знаете, вы знаете, какие понятия там за ними стоят, знаете, как они там все друг с другом сочетаются, как они друг с другом связаны, как одно на другое влияет, как, ну, короче, как все это работает. Вот. А потом, собственно, мы начинаем качать мозги с помощью всех этих терминов, все это дичи, чтобы типа стать умнее и круче. Вот. Еще да, внизу еще есть ссылка на беседку, я забыл совсем про нее. Типа, если вы не в беседе по экономике, вступайте в беседу по экономике. У нас там как бы движ.
домашка там приходит, можно делать домашку. Круто, да? Можно смотреть вебы, делать домашку, шарить в экономике благодаря этому. Домашка тоже интересная, не только вебы интересны, все как бы интересно. Вообще нормальная тема. В группу вступать, в беседу вступать, вопросы задавать, вместе готовиться. Отличный план. Так что же я отсюда хочу? Посмотрите на название вебинара. Равенство инъекций изъятий, госбюджет. Госбюджет. У меня есть еще одна интересная мысль, которую я хочу высказать по поводу всех этих формул. Госбюджет – это такая дичь, из которой деньги уходят на что? Вот, госбюджет. В него деньги приходят. Откуда? Откуда деньги приходят в госбюджет, а? Ну-ка, давайте-ка, догадайтесь-ка, как это госбюджет зарабатывает деньги? Пожалуйста, ответьте-ка мне на вопросик, посмотрим. Откуда деньги приходят в госбюджет? Госзаказы и трансферты, вы чё? А, уходит, всё. Не заказы, а закупки. Госзакупки? Закупки. И трансферты. Это то, куда деньги уходят. Трансферты, субсидии, выплаты населению, все одно и то же. А приходят с налогов. Так вот, что интересно. Налоги, пошлины, акцизы, это мы все называем налоги. Пофиг нам. Двинуться в правую сторону, и теперь как будто немного развернуться в левую. Непонятно. Надо левой рукой писать. Я левой рукой криво пишу. Короче, берем налоги. Это то, что государство заработало. Вычитаем из этого госзакупки. Вычитаем из этого трансферты. По-человечески это записывается так. Чистые налоги минус госзакупки. Что это такое? Что я сейчас написал? Разница между налогами и госзакупками. Что это по смыслу? Объясните, пожалуйста, что это по смыслу разница между налогами и госзакупками. Я нарисовал картинку. Я нарисовал поступления, выходы госбюджета. Кажется, вы можете уже понимать, что это все такое. Не правда ли? Ну и что? Давайте, работаем. Уф-уф-уф. Господа и дамы, все бабло, которое остается у государства. Прекрасно, так и запишем. Сальдо госбюджета. Я хотел написать все бабло, которое остается у государства, но это сальдо госбюджета. Слово сальдо обозначает баланс. Давайте так и напишем. Баланс. Баланс госбюджета. Ну и что же? Кто-нибудь видит на этой картинке красоту? Почему, вы думаете, я закинул этот вопрос, эту тему про госбюджет именно в этот вебинар про равенство инъекций изъятий, а? Можете сейчас догадаться, нет? Видите, у меня тут в этой формуле есть Т и Г, и они находятся с разных сторон. Они находятся одно в левой части, а другое в правой. Так это значит, что можно из Т вычесть Г. Это вот Г в левую часть перенести, Т минус Г. А С надо в правую перенести. И плюс Xn минус S. Получается баланс госбюджета. Можно посчитать, если вы знаете инвестиции, знаете экспорт, знаете сбережения. Офигенский! А к чему это ведет? Так это, получается, что такое баланс госбюджета? Это сколько денег осталось у государства. Государство что хочет, чтобы у него побольше денег оставалось, правильно? Получается, государство хочет трех вещей. Первая вещь. Государство хочет, чтобы инвестиции были как можно больше. Чем больше инвестиций, тем лучше в этой формуле баланса госбюджета приходится, правильно? А что еще государство хочет? А еще оно хочет, чтобы чистый экспорт был как можно больше. Чем больше чистый экспорт, тем лучше государство, правильно? Тем выше у него баланс госбюджета по этой формуле. А еще государство что хочет? Чтобы сбережения были как можно меньше. Они вычитаются. Чем меньше сбережения, тем меньше вычитается, тем больше будет баланс госбюджета.
Вот вам и объяснение большого количества макроэкономических идей. Вы когда телевизор смотрите, РБК какой-нибудь канал или еще, или с родителями на кухне разговариваете, и вы не понимаете, почему государство так не любит сбережения, почему оно так любит инвестиции, почему оно так любит экспорт. Потому что это в итоге ведет к увеличению баланса госбюджета. Инфляция, кайф или не кайф, это мы отдельно обсудим на вебе по инфляции. Там сначала надо очень хорошо и внутри процесса разобраться и понять, что вообще происходит, когда дорожают продукты, инфляция, когда происходит. Там реально много надо сначала как бы обсудить про то, как это вообще работает и на что влияет. А потом уже начинается как бы понимание того, когда это кайф, когда не кайф, кому это нравится, кому это не нравится и так далее. Поэтому сейчас я так вот с кондачка не буду на этот вопрос отвечать, потому что не готов, очевидно, рассказывать вам подробно вот это вот все сейчас для того, чтобы ответить на этот один маленький вопрос. Но если коротко, нет, не поэтому. Инфляция вообще не очень кайф, на самом деле. Маленькая такая, умеренная инфляция, это кайф. Все остальное не кайф. Короче, смысл такой. Государство любит, когда инвестиции повышаются, когда чистый экспорт, когда сбережения понижаются. Это вообще приятно государству. Вот. Дальше. Госбюджет расходуется на налоги. Нет, получает деньги за налоги, тратит деньги на госзакупки и трансфер. А что происходит, когда баланс госбюджета отрицательный? Дефляция вообще не кайф. Максимальный не кайф. Это ужасно и отвратительно. Дефляция — это просто бред. Поэтому умеренная инфляция — это кайф. Умеренная инфляция — это когда мы можем избежать как дикой инфляции, так и дефляции. Вот нам нафиг уже. Дефляция вообще не кайф. Максим, вообще, представьте, если бы вы жили в государстве с дефляцией, вы бы там офигевали в жизни немножко. Деньги никуда вкладывать неинтересно, потому что они просто лежат под подушкой и дорожают. В итоге никто никуда не вкладывает. В итоге происходит отсутствие инвестиций, отсутствие экономического роста. В общем, бред такой. Банки готовы брать ваши деньги под отрицательные проценты по вкладам. Что за бред? Итак. Что же я хочу у вас узнать? О, добрый вечер, Афанасий. Будет ли перерыв между лекциями? Да, но не очень большой. Собственно, вопрос. Что если сальдо госбюджета отрицательный? Что если баланс госбюджета отрицательный? Что это значит? Это значит, что налогов поступило мало, а госзакупок и трансфертов поступило много. Это называется дефицит госбюджета. Баланс отрицательный называется дефицит госбюджета. Финансируется дефицит за счет заемных средств. То есть государство такое, опачки, дыра в кармане на 2 миллиарда долларов. Вот отстой. Мы не знаем, откуда взять 2 миллиарда долларов, потому что налогов поступило 1 миллиард, а госзакупок и трансфертов выплачено 3 миллиарда. И теперь у нас на 2 миллиарда долларов дыра. Кошелек открывают, а там такая дырка, они такие руку такие засовывают, там нет 2 миллиардов в минус. Проблема. И что делать? Ну, надо откуда-то взять 2 миллиарда, потому что госзакупки и трансферты уже как бы запланировано, все уже четко. То есть можно не делать госзакупки, не делать трансферты, но под это под все уже как бы пошли приказы, все уже работает, все надо за год сделать вот столько-то госзакупок, вот столько трансфертов, потому что если вы не сделаете, экономика поедет вообще вся, потому что у вас все базируется на том, какие вы делали госзакупки и трансферты. Много всего будет. Так, окей, проблема, налогов что-то не дособирали в этом году, надо откуда-то взять денег. Вариант номер один. Можно взять денег из запасов, которые вы сделали в прошлые годы, когда у вас был положительный баланс. Например, у вас налогов было очень много, а госзакупок, сбережений и трансфертов было очень мало. Но кто же так делает-то, правильно? Это же не путь настоящих ниндзя. Если заранее деньги откладывать, потом, конечно, можно немножко и отрицательное потерпеть. Но ни у кого этих денег заранее отложенных, очевидно, нет, потому что все крабоеды. Деньги сначала тратят, а потом думают, где их взять. Поэтому... Ну, особенно я имею в виду в странах развивающихся, типа наши и других. Они такие, типа, сначала тратят больше денег, чем могут заработать, а потом такие, блин, вот отстой, придется брать взаим. И берут взаим 2 миллиарда, на которые как бы разошлась дырка в их кошельке. Они такие, вот отстой, 2 миллиарда пришлось взять взаим. У кого? У Мирового банка, например, у типа у иностранных, у других государств.
у собственного населения. Выпускаем облигации, государство выпускает облигации, население покупает эти облигации, дает деньги государству под проценты. В будущем государство будет выкупать обратно эти облигации по их номинальной стоимости, то есть давать людям деньги. Как правило, большие деньги, чем те, которые привлекало, то есть под проценты. Соответственно, еще один большущий расход госбюджета, который есть, это проценты по госдолгу. То есть государственный долг огромный, занятый взаймы у кучи других стран. Вы должны, чтобы эти страны внезапно на вас не ополчились, не направили пушки свои в вашу сторону, ядерное оружие свое на вас не нацелили и так далее, вам нужно платить им вовремя проценты по государственному долгу, плюс чтобы они вам могли дать еще денег, чтобы остальные страны соглашались вас финансировать дальше, чтобы они не требовали возврата всеми возможными средствами, чтобы не портились у вас дипломатические отношения с ними, вы должны платить проценты по госдолгу. Это вообще считается как вообще какая-то святая штука. То есть, типа, у вас могут быть любые там санкции, какая-то дичь с торговлей и так далее, но проценты по госдолгу платите вообще исправно, максимально, иначе вам точно край, это вообще пипец полный. Проценты по госдолгу, короче, надо платить. Вот, соответственно, это большая статья расхода госбюджета, потому что госдолг копится не на один год, а за несколько лет. Несколько лет подряд у вас отрицательный баланс. Каждый год вы дозанимаете еще бабок, еще дозанимаете. Потом даже если у вас налоги стали больше, чем госзакупки на свет, или вы урезаете госзакупки, или вы повышаете дико налоги, вам этого может хватать только на то, чтобы гасить проценты по госдолгу. С одной стороны, у вас мог быть небольшой профицит госбюджета, да, дефицит, профицит, понятно, антонимы. Мог быть профицит госбюджета, но вместо этого вы просто потратили эти все бабки на то, чтобы платить проценты по госдолгу. Короче, та же самая история, как мы с вами в микре в базовых финансах рассматривали, что кредиты – это не очень хорошая история. Да, это из-за дефляции, но на самом деле такого, по-моему, уже вообще нет нигде в мире. Вон где-то там, типа Швейцарии, по-моему, когда-то была дефляция, типа там 1% или 0.5%, и то там по кредиту не была бы отрицательная ставка, она была бы 1% в положительную сторону. Потому что по кредитам чуть-чуть выше инфляции всегда ставка, уровень инфляции. Когда Россия, да, взяла кредит в МВФ в 90-е, им пришлось долги императорской России платить, потому что СССР отказался. Да, примерно так и было. Там, на самом деле, большая длинная история про дефолт в 98-м. Ну, короче, если коротко, вообще максимально коротко, то жила-была Россия, 98-й год, Россия должна кучу денег, куча других стран, 1998-й. У нас после распада СССР большие проблемы, приватизация, мы пытаемся хоть как-то денег заработать, раздав всю государственную собственность людям, купить у них эту собственность. Только-только переход к рыночной экономике, все нестабильно, дерганы 90-е, как это, лихие 90-е, потому что на улице бандитизм, там все пытаются зарабатывать как могут, многие нелегально, многие пытаются сформировать какие-то группировки, которые силовым методом получают средства, да, в больших объемах, там, захватывают какие-то факторы производства, экономическое доминирование появляется за счет того, что они там, да, поубивали конкурентов. Ну, прям реально дичь такая происходила. Много такой дичи происходило. Поспрашивайте своих родителей про 90-е, если вам сейчас вот вы услышали первый раз об этом, вообще об этом никогда не знали, спросите, что было в 90-е. Плохо было в 90-е. Вот. А самое плохое, что было в 90-е, это как бы я родился и жил там в это время. Вот, вот что было самое отвратительное, мне кажется, это хуже всего на мир повлияло в 90-е, вот то, что я появился. Абсолютное зло сосредоточилось во мне и теперь как бы влияет на вас через ваш мозг. Понимаете, вот так это работает. Так вот, смысл следующий. В 98-м году жила-была Россия, у которой была куча долгов, и она такая типа, а знаете что, а вот кому мы должны денег? Вот тебе, и еще вот вам, своему населению должны денег и куча других стран. Вот кому должны, всем прощаем. Все. Мы простили вам долг. Спасибо, мы вам больше не должны. Другие страны такие, чё, кого, куда, в смысле, прощай, в смысле, подождите, вы нам должны, так не работает. Россия такая, у нас работает, нам нормально. Дефолт, извините, не могу больше никому платить. Иностранцы такие, подождите, а вот эти все деньги, которые вот, не трожь, это наши деньги, говорит Россия, и оставляет их себе. Ну, то есть спокойно сидит и говорит, как бы, что вот у нас, да, есть какие-то ресурсы, но их на самом деле нет. Посмотрите в наши захрома, видите, все пусто. Денег нет.
ничего нет, и улетают отдыхать куда-нибудь в офигенские, там, супер шикардосные отели. Но на самом деле там все было реально плохо, политически, экономически отвратительно, и страна такая, типа, просто, сорян, господа, мы никому денег не будем платить, вообще, все. Иностранцы говорят, как же так, мы же вам тогда вот танками там пригрозим, вот этим всем, Россия в 98-м такая, подождите, у нас тоже есть танки, вот это все, мы же ваши деньги заемные, думаете, на фигню какую-то тратили? Нет, у нас вот военка развитая, вот пригрозите нам, пожалуйста, танками, давайте, начинайте. У нас тоже есть чем ответить. Ну, в общем, мы такие просто взяли и повернулись ко всем спиной, показали им спину, все обиделись, потому что спину показывать это невежливо у животных, не принято так. Все расстроились, и инвестиционный климат в России очень сильно упал, то есть любой иностранец не захотел больше вкладывать деньги в какие-то российские предприятия или мероприятия, потому что государство, самый как бы большой гарант качества, мощности, надежности и стабильности, всех нафиг послал. Очевидно, как бы это очень сильно вымораживает. Это примерно так же сильно вымораживает, как национализация. Там, постоянно в какой-нибудь Мексике или где-то там происходит национализация. Национализация чего-нибудь, когда государство говорит, слушайте, на моей территории некоторый уважаемый господин построил вот этот прекрасный завод. Этот завод принадлежит этому господину. Теперь этот завод принадлежит мне, говорит государство. Вот это называется национализация. Когда государство просто берет и отжимает как бы собственность. Он говорит, все, это мое. Ух ты, что это такое? Классный ноутбук. Все, теперь это мой ноутбук. Все. Вот так говорит государство. Это как бы национализация. После национализации никто вообще из-за рубежа не хочет строить на территории государства какие-то заводы, делать какие-то инвестиции. Другое дело, что национализация не всегда бывает настолько негативно окрашена, бывает все разумно. Бывает национализация красивая такая, знаете, прям по красоте, когда делается. Типа приходит государство к собственнику и говорит, дядя, нам очень нужна вот эта вот твоя шахта по добыче, золотодобывающая шахта вот эта, потому что наша политика теперь преследует такие цели, что все золотодобывающие шахты должны быть в собственности государства. Мы оценили твой доход с этой шахты, короче. Ты его декларировал, мы знаем, сколько денег ты зарабатываешь. Короче, мы прикинули, что если ты вот тебе, если дать в 100 раз больше денег, то ты их вкладываешь, там, например, в 300 раз больше тебе денег дадим, миллион ты рублей в год зарабатываешь, с этого, миллион в месяц, мы тебе берем и даем 300 миллионов рублей. С этих 300 миллионов, ты, вложив их вот в наш национальный банк, под 3% будешь зарабатывать столько же. Так что, уважаемый господин, вот тебе 300 миллионов, отойди в сторонку, теперь это наша шахта. Господин возразить, как правило, все равно ничего не может, потому что национализация – это вот такая история, когда просто берут и отжимают вот так вот шахту и просто дают. Но, как правило, господин сильно и возражать-то не хочет, потому что национализация его совершенно устраивает. Акции предприятия подскакивают, потому что заходит государство, которое там куча людей вокруг, кто знает об этой сделке, они там торгуют. Ну, дядя готов, короче, такую подавать. Да, в рыночной экономике такое вообще возможно, да. Идея в том, что национализация – это такая неприятная история, но вот дефолт – гораздо более неприятная история, очевидно, наша страна берет и говорит в 98-м всем, что не будет платить по долгам. Ну, потом понятно, что происходит, там куча всякой дичи, перевороты, в общем, много проблем политического характера. Приходит Владимир Владимирович, уважаемый, и говорит всем, так, господа уважаемые, все другие страны, население, там вот это все, вот все, что там происходило, это дичь полнейшая, меня это, говорит, совершенно не интересует. Все, кому мы вот были должны денег, да, до того, как объявили, что мы никому больше ничего не должны, вот мы вам снова должны, все нормально, вернем все бабки, сорян, небольшое помутнение, мы как бы, ну, не отказываемся от обязательств, все, короче, выполним, все сделаем, все по красоте будет. Ну и типа за большое количество лет, пока 19, эта ситуация очень сильно выправилась, как видите, мы вполне сейчас адекватно и нормально живем. Это я объясняю вам причины, по которым, может быть, вы не в курсе, почему ваша бабушка родительная, потому что как бы все нормально. Типа, было плохо, стало хорошо. Ну это так, вот в общих чертах я имею в виду, все население вот эту длинную историю, которую я только что рассказал, прекрасно знает, все понимают, как это было. И все понимают, как стало. Ну, вот, слушай, ну, не очень плохо это как-то было. Плохо совсем, стало хорошо совсем, ходим на улицу, все нормально. Вот. А политоту сейчас разводить никакую не хочу вообще, просто рассказываю вот эту вот немножечко экономическую подоплеку всей этой истории с 90-х. Я к тому, что именно так финансируется дефицит госбюджета. То есть мы такие просто приходим и говорим, господа, дайте денег, пожалуйста, спасибо.
Вот мы, собственно, берем бабки у иностранцев и, типа, финансируем свою дырку в госбюджете. Потом берем еще, еще, еще так делаем, так несколько раз делаем, а потом вот в Америке, например, госдолг какой-то совершенно дичайших размеров. Давайте погуглим его прямо сейчас. Актуальный госдолг США. Госдолг США по состоянию на январь 2019 года. Общий госдолг 21 959 миллиардов. 21 триллион долларов. Когда эта цифра перевалила за 9 триллионов, я помню этот момент, там было 9 триллионов 999 миллиардов, и у них было такое большущее табло, на котором было написано «Our debt». Первый прикол — это то, что табло висело в открытом доступе для всех людей, и написано было «Наш долг». Наш, американский. Хотя на самом деле это американское государство задолжало. Типа Америка задолжала всем кучу бабок. И пишет это как наш национальный долг. Типа это прикольная пропаганда, которую мы в сторону людей кидаем, что типа наш долг, мы должны денег. И на этом табло были как бы разделы для долларов, был раздел для тысяч долларов, был раздел для миллионов долларов, был раздел для миллиардов долларов и был раздел для 1 триллиона долларов. И когда долг стал 9 триллионов 999 миллиардов 999 тысяч 999, а потом к нему прибавилась единичка, то как бы табло не выдержало такой суммы, и все. И табло не показывало больше актуальный госдолг. То есть когда государственный долг США стал больше, чем 10 триллионов долларов, то табло, которое показывало наш долг, больше его не показывало. И это, мне кажется, очень смешно. То есть, типа, прикольно, когда у тебя 10 триллионов долларов, типа, ну все. Ну и вот он вырос до 21, на самом деле с ним делают, и поэтому он перестал так дико расти. А во-вторых, у этого есть множество всяких разных там, красивых политических причин. Типа, очень удобно. Это в ЕГЭ на эссе и в плане в основном, не понял вопрос, мы с вами занимаемся экономикой в основном для олимпиады по экономике, не для обществознания. Обществознание это типа Мария Васильевна, очень классно читает, супер круто готовит, в ЕГЭ вообще топ напишите, чекайте общагу, школку. Всю ли мы микро уже прошли к муниципу? Ну, более-менее основной блок, который я хочу. Вот. Ноль показывал, да, госдолг, пару минут. ВВП у них практически одинаковое с долгом. Это не значит, что ничего с ним не надо делать. ВВП одинаковое с долгом, это не типа ок, все норм, у нас ВВП практически как долг, никаких проблем, все окей. Не окей вообще. Вы не можете взять и с помощью ВВП погасить долг за один год, например. Потому что ВВП это деньги, которые люди зарабатывают и люди тратят. У людей как бы суммы типа бабки зарабатываем, тратим. А тут государство, один какой-то сектор всей этой большой дичи. То есть государство уже не может запустить руки в карманы всех-всех-всех людей и забирать у них часть. Подожди, стоп, налоги, кажется, оно так и делается. Короче, смысл в том, что оно только часть может забирать, какую-то маленькую. И забор этой маленькой части ей не ограничивается. Потом нужно тратить бабки на госзакупки, трансферты и проценты по госдолгу, которые, как вы понимаете, по такому госдолгу совершенно дичайшие уже. Так что... это проблема. Большой госдолг — это проблема. Но не для США. Там есть политические причины держать именно такой большой госдолг. Сейчас как бы в это сильно вдаваться не хочу. Ну, там типа, понятно, вам, вы должны всем странам. И всем странам невыгодно делать вам плохо, потому что тогда вы не сможете им выплачивать. И если Америка лопнет, всем будет фигово, потому что все страны считают, что вот круто, Америка нам должна, мы постепенно от них отойдем. Плюс это зависимость всего мира от доллара, там та же самая история, всякие теории заговора, там почитать, может, бла-бла, не буду я об этом на вебах вслух говорить, очевидно, потому что я масон, лизардман, так вот у них тут, ладно, шучу. Но это для тех была шутинка, кто уже что-то читал про теории заговора. Типа, короче, госдолг не выправляется не потому, что США не вытягивает коляску и не может немножко подзатянуть
пояса и начать чуть-чуть меньше кушать и чуть-чуть меньше покупать дорогих автомобилей и так далее, и чуть-чуть больше платить налогов и спокойно исправить свой госдолг. И не потому, что у них там очень плачевная экономическая ситуация. США все еще будет считаться самой богатой страной в мире, потому что у них все круче, чем у всех остальных. Не в последнюю очередь из-за того, что они такой огромный госдолг себе развели. То есть они просто, по сути, на эти бабки стимулировали экономику совершенно диким образом. Очень много бабок влили в то, чтобы у всех все работало. Вот, и типа... Вот эти бабки вливания в экономику, инвестиции опять создают новые там будущие проспекты для зарабатывания бабок. Все хорошо, все нормально у них, типа всем все норм. Вот. Перезапуск мира, да-да-да, вот это все. Им дают бабки, они берут, долг обеспечен экономикой, но это все-таки очень слабенькие слова, в том смысле, что, ну, просто чем больше долгов набираете, больше процентов по долгам вы должны вести, поэтому это не круто. Им дают деньги, да, но им дают деньги под проценты, как бы... Они такие, пофиг нам, чем больше денег мы других людей заберем, тем больше денег в итоге будет у нас в экономике. Там есть множество хитрых причин, по которым разумным образом им надо брать деньги, и им будет от этого по кайфу и политически, и военно, и по куче других обстоятельств. Мы с этим, к сожалению, ничего сделать не можем, только понимать, да, вот так все, смотреть на это. Так вот, мораль. Формулка равенства инъекции изъять у нас есть. У нас есть с вами прикольный вывод этой формулы. У нас есть с вами понимание того, что такое госбюджет, как он финансируется, за счет чего. И классная формулка про то, что он равен, на самом деле, инвестиции плюс экспорт минус сбережения, выведенные явно из равенства инъекции изъятий. Вот. И все. Классный век. Кажется, все понятно. Готов отвечать на вопросы не по теме теперь. Им дают, они берут. Или жизнь RRC. Rich Russian Kids. Да. Вопросиков топный. Можно был кризис в 08, в смысле в 2008. Некоторые ожидают новый совсем скоро, уже в 20-х. Что думаю об этом? Еще туже затянуть пояса в 21-м же. Ну, уже все шарят, короче. Я один, походу, да? Не, в моем мире кризисов нет. У меня все всегда нормально. Стабильный рост, кратный. Школково растет в 2-3 раза каждый год. Нам пофиг вообще. Кризис, не кризис, какая разница. Мы круто учим людей. Все. Не, ну кризис очень хорошо. Конкуренты, которые плохо работают, разоряются. Все круто. Любая нормальная классная компания во время кризиса растет, ну, чуть-чуть медленнее, чем обычно, но продолжает расти. И в это время любой, типа, их конкурент падает, и они такие, о, круто, все. То есть все плохие компании, все плохие компании, короче, не то чтобы сильно печалятся на эту тему. Recession is coming. До свидания, АР. Не ждите на следующем вебе. Оранжевый лис. Акционер Школково. Кризис хорошо для глобальной экономики, а я больше шоколадок, меньше шоколадок буду есть. На самом деле, не знаю насчет меньше, не меньше. Ну, короче, на самом деле, я реально практически не чувствовал ни одного кризиса. То есть, личные какие-то проблемы что-то там вызывают. Все кризисы глобальные, экономические, но я наблюдал, но типа у меня никак не отражалось. То есть на моем доходе, на моем уровне экономической активности и так далее. Типа, кризис, не кризис, пофиг. Работаем. Следующий веб начнется в 20 часов 15 минут. То есть через 20 минут. Так, окей. Вопросики у вас, если кончились, не инвестировал ли я в акции? Инвестировал, естественно. И в этом смысле. Вы имеете в виду прямо сейчас? Нет, прямо сейчас все нормально. Все нормально, все спокойно. Прямо сейчас я расскажу, куда я прямо сейчас инвестировал через пару лет. Где найти инфу, чтобы решать задачу? Теорию понятно, а вот как решать? Так разборчики мои чекайте. Я беру задачки и рассказываю разборчики. Еще мы успеем до муниципа поразбирать несколько муниципов прошлых лет, чтобы норм стало. Ну, в смысле, с акциями там был очень большой интерес. В 2008 вообще кайф был. В 2008 был...
Я был на Всеросе в 2010 по экономике и в 2009. 2009, апрель, вот май, да, вот Всерос, вот Липсиц выступает на сцене, мы сидим с одноклассником, с которым впоследствии как раз первое место, и Липсиц такой, сейчас, короче, топовое время для того, чтобы покупать акции. График там, в смысле, вот, вот такой примерно у всех акций, короче, вот. Вот, вот Всерос 2009 года. Вот момент, да, где мы такие сидим, и там, типа, знаете, вот так упало все, типа, прям дико упало, в 5-6 раз упало, то есть вот. Вот, короче, цена. Вот цена, вот, типа, время, да, идет. И вот, вот Всерос 2009. И, типа, нам говорят, все, типа, вот прошел 2008 год, да, там кризис. Прошел он, кончился он, не кончился, пофиг всем. Сейчас топовое время для того, чтобы покупать акции. Множество акций уже значительно ниже рынка и так далее. Мы такие экономисты, и такие новости дофига читали, статейки очень много читали перед Всеросом для качественных, и такие... Блин, кажется, действительно сейчас есть, ну, то есть мы прям обсуждаем это, да, реально лучшее время для покупки. Чекаем конкретные акции, блин, офигеть, надо купить. Все, приезжаем домой, проходит еще год, значит, акции постепенно, короче, отрастают, там, ну, не до того уровня, ну, как-то, типа, почти все там индексы, вообще все, и мы такие, типа, так, год прошел, опять разговариваем, и такие, а ты вот год назад, помнишь, вот мы поговорили тогда, да, да, надо купить акции, все, ну, все, приехали домой, что-нибудь купил? Он типа, нет, я тоже нет. Вот он стоит, что за бред, почему? В общем, вся мысль в том, что когда что-то настолько очевидно, ну, не всем людям, когда это всем очевидно, это уже вообще неинтересно. Когда это очевидно каким-то сильно умным людям, тогда это прикольно. Типа, сильно умные люди тогда могут что-то там вперед все это делать. Но когда у вас, условно, кризис проходит, вы можете, типа, купить акции на какую-то сумму, окей, еще упадет. Купите еще упадет, еще купите. Чем дальше падает, тем больше покупайте, потому что вы все дешевле и дешевле их покупаете. Когда-то они отрастут, если не до такого уровня, то до какого-то. В целом понятно, когда вы чувствуете, что кризис потихоньку заканчивается, надо начинать покупать. Да, в 2009-м проинвестировал свое будущее, пошел во второй класс, красопец, время и силы потратил. Получил за счет этого большой профит. А еще есть эта стратегия, да, Талеба, который говорит, что черные лебеди нас ждут, наверное, за любым углом. Мы просто торгуем всегда в шорт, просто продаем все, сидим, ждем, продаем просто все. Вот занимаем у брокера бумаги, продаем их и платим брокеру процент. Окей, просто сидим и ждем на отрицательных позициях. Просто ждем. Рано или поздно кризис точно происходит, что-нибудь, проблема какая-то происходит, про это следующий век, почему кризис рано или поздно происходит. И все бумаги жестко обваливаются. И вы такие, опа, четко, все, покупаете все. Как только они подешевели. И отдаете обратно долг брокеру за все это. И получаете таким большой профит, потому что кризис рано или поздно происходит. Одна проблема, если он произойдет сильно поздно, то у вас кончатся деньги в процессе, пока вы ждете этого судьбоносного момента. Ну, типа, если вы все ожидаете, что кризис будет в 2000 или в 2021, то что же вы не пытаетесь монетизировать свои ожидания? Чего же вы не заработаете денег? Попробуйте сейчас продать все в шорт, подождите пару лет, кризис случится, раз вы так в этом уверены, продадите все бумаги, заработайте кучу денег и сможете сжать больше шоколадок. Если компания объявляет себя не дефолтом, а банкротом, дефолт это либо... Дефолт это про государство, это не про компанию. Из-за краха ее акций. Она разве должна будет выплатить вам стоимость акций, которые вы продаете? А смысл не в этом. Ты продал акции, которые были у брокера. Компания очень сильно снизила стоимость акций. Со 100 рублей за акцию до 1 рубля за акцию. Вы их, наоборот, обратно после этого покупаете. Ты являетесь спрос на акции, являетесь покупателем акций. Возвращаете их тому, у кого вы занимали. Сюжет игры на понижение. Сюжет любого кризиса и любых умных людей, которые знают, что кризис скоро будет, нет? Short Impact нефть. Топ страт. Россеть. Банкрот торопился. Россеть и тот нет. Кирилл, ты, может быть, уже что-нибудь одно конкретное будешь говорить, потому что ты сбиваешь моих подписчиков. Они смотрят такие, типа... Блин, хорошо для лонга или шортить Роснефть, от нефти Россеть. Блин, что делать, мы не знаем. Короче, нет, таких советов я вообще давать не буду, это в смысле все слишком актуальные советы. Любые слишком актуальные советы я, естественно, лучше буду делать сам, иначе вы просто немножечко вымещаете
своими деньгами тот же самый рынок. Тем более я в публичном как бы не могу об этом говорить. Единственное, что я могу сделать, это научить вас самостоятельно анализировать те или иные вещи, чтобы вы дальше самостоятельные решения могли принимать. А как бы зарабатывать бабки на моих решениях я вам не дам. Очевидно, я сам буду на них зарабатывать. Все. Вот. Экономика и любопытство, интересно говорю. Спасибо, я знаю. Клево. Рад, что вам полезно. Российские компании неинтересны. А деньги вообще не интересны. Эти рубли ваши не интересуют. Да, российские рубли, зачем они вообще кому нужны, нахуй? Неинтересно. Я понял, что вы пошутили, что шортить нужно. Или вы пытаетесь убедить население в том, что нужно в лонгах покупать, чтобы вы могли их шортить, а? Саудовская Арава, нефтянка на IPO уходит. Ок. И чё? Непонятно. Давайте вы мне деньги под проценты давать будете. Давайте. Можно сразу 21 триллион? Готов набрать побольше долгов? Они, очевидно, будут обеспечены моим внутренним доходом, моей экономикой. Я эти бабки волью в повышение своего дохода. За счет этого у меня вырастет экономика. Вы дадите мне еще бабок. И так и будет продолжаться. То в какой-то момент я накуплю на эти деньги военную мощь. И все. И все долги вам прощу. Отличный план. Мне кажется, я такое где-то уже видел в истории человечества. Или, кажется, скоро увидим мы это где-то в истории человечества. Мне кажется, не знаю. Может быть так. Так, короче, все, вроде содержательные вопросы у вас кончились, особенно по теме вебов. Майнинговая на IPO 100 лямов. Ну, что-то это все какой-то дичь. Уже несете, 100 лямов не интересует. Это все фигня. Все, короче, этот веб мы заканчиваем, следующий через 15 минут. Будьте на следующем вебе. Все знают, где добыть следующий веб, правильно понимаю? Следующий веб – это группа там внизу. ВКонтакте, vk.com, olympiacon 2020, и там следующий веб. А еще в беседку вступайте, в беседке уютно. Я там болтаю, можно дальше мне там вопросы задавать. Все, давайте, пока-пока. 16 минут увидимся.